Но начинаем с кадров, которые мы получили только что. Владимир Путин провел встречу с участниками Совета Безопасности России. На повестке внутрироссийские вопросы, а также актуальные международные проблемы. Среди главных тем – ситуация вокруг предполагаемого выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, напомню, намерен начать процесс уже завтра. Также обсудили кризис в Венесуэле.